Сегодня волонтеры со всей страны оказывают помощь бойцам на передовой и мирным жителям воюющего Донбасса. В Воскресенске к работе по подготовке гуманитарных грузов в зону СВО подключаются администрация и организации округа. На базе Центра патриотического направления «Аквариум» волонтеры совместно с Пушкинским отделением фонда помощи военнослужащим развернули пункт сбора всего необходимого для бойцов. У нас существует 5 подшефных подразделений, которые находятся за ленточкой в зоне специальной военной операции, отвезли, помогли ребятам медициной, потом бронежилетами, шлемами, средствами личной гигиены, термобелье отвезли. В основном отвозили очень много медицины. Руководитель совета «Аквариума» Андрей Буряк сам недавно вернулся из зоны СВО и не понаслышке знает, в чем нуждаются наши бойцы. За полтора месяца волонтеры центра отправили на Донбасс 3 грузовика со всем необходимым. Поддержка с родины помогает сохранять бодрость духа и не отчаиваться в той напряженной и сложной обстановке. И, конечно, оставаться людьми. При зачистке одного из районов к ним прибился 1,5-годовалый мальчик. Вот, и остался с ними. Сейчас на данный момент просит теплые вещи к зиме. Ребенок без одежды. Наши отзывчивые жители быстренько собрали в течение там 2 дней. Помогли ботинки, теплые куртки и вещи. Соответственно, спасибо всем отзывчивым людям. Запросы от подшефных воинских частей поступают регулярно. Сейчас военнослужащим надо готовиться к надвигающимся холодам, поэтому в посылках от неравнодушных людей все больше теплых вещей. Выполняя свой долг, наши ребята должны знать, что у них крепкий тыл и надежная опора, и что жители нашего округа всегда готовы поддержать каждого из них добрым словом и нужными вещами. На данном этапе хотелось бы очень поблагодарить администрацию и предпринимателей, это торговые комплекс «Белозерский», это дворок и индивидуальный предприниматель, который выделяет средства для покупки определенных вещей специфических. Это бронеплит, шлема, те же самые тактические пояса, которые непосредственно мы знаем, что нужно ребятам на передке. Вот. Как помочь, я оставлю контакты. Мы находимся на Докторова 4. Звонить можно в любое время. Принести помощь для военнослужащих и мирных жителей Донбасса может каждый желающий по адресу улица Докторова, 4. На все интересующие вопросы по сбору гуманитарного груза волонтеры центра «Аквариум» готовы ответить по телефону 8 989 572 53 82. Помните, ваша поддержка очень необходима нашим бойцам. Юлия Тиунова, Евгений Стародубов, Денис Снетков. Новости «Искровект».